Добрый день. Видно? Наверное. Не знаю. Человечка сейчас буду вырезать. Сейчас покажу. Бук долго, ой, тяжело вяжется. И сейчас мы включим. Человечка вырезал. Сейчас все расскажу. Потому что он у меня сегодня целый день падал. Сейчас я расскажу. Значит, так, это у меня бук. 3,5. Ну, примерно. Колесико сделал 3,5 толщина. Ноги. Так, это гайки. Это потом расскажу про гайки. Ноги, значит, у меня. Вот тут еще тоже. Вот, смотрите, видите, накололся чуть-чуть. Много пропилил. Так что можно было бы ноги покороче сделать. Но у меня вот эта нижняя часть. Так, как где показывать-то? Вот эта нижняя часть, вот это короче, чем вот это. Здесь, значит, советские еще шурупы у меня были. Здесь отверстие просверлено 4, там, вот там на 3. Здесь. Надо, чтобы я пробовал, чтобы вот так вот спокойно болталось. Если чуть-чуть зажимает, он тут просто ездить не будет. А так он так бегает, вот. Так, сейчас, а пошел. Он уже не цепляет, это просто показалось. Так, вот. Вот так он бегает.
И тут тоже в бруске в этом, ну, в туловище, на 3 просверлено, здесь на 4. Вот, чтобы болтались ноги. Вот. Здесь проволочка, смотрите. Вот, проволочка, тройка. Так, везде цепляется он. Вот эта тройка проволочка, ну, электронина. Согну тоже тройка, ну, чуть-чуть я нафилем подработал, чтобы спокойно ходили колеса. А это я с трех фанерок сделал. Пробовал на тросике катать, на вот, ну, такой вот, например, да, да тоньше, 0,2 миллиметра, по-моему, тросик. Ой, да, двойка. Не ездит, он скользит, даже колесо не крутится, на веревке катается. Все, ну этот-то голову, так тихо, голову этот, это как хотите делать, руки как хотите. А, сейчас скажу, потерял я. Все, у меня были вот здесь стояли, вместо этого стояли китайские палочки. Для суши, вот такая вот она, наверное, длинная, да? Падает он, вот такие короткие падают, чем длиннее, тем лучше. Я, смотрите, сделал длинный, да? Вот смотрите, здесь у меня, здесь пропил обязательно надо делать. Потому что, как сказать, нет, можно и без пропила. Второй раз я уже без пропила буду делать. Можно за раз сделать, если правильно все согнуть ноги. Я несколько раз вытаскивал, все переделал, перегибал. Поэтому пропил здесь сделанный. А потом я, смотрите, этими зубочистками заглушу, чтобы не вываливался. И здесь у меня зубочистки. Так, сломал зубочистку, наверное. Конечно, сломал. Или выскочили, ой-ё. Выскочили у меня зубочистки, вот здесь были. Тут несколько отверстий. Я вот так вот сделал, смотрите, да? Сейчас покажу, куда ты у меня. Гайка застряла. Вот, вот так вот сделал. Я не стал клеить. Вот так сделал, да? Он у меня на одну сторону его так перекашивал. И вот так. Ну, не показать, вот длинноногие не показать. Короче, его в сторону вот так вот. Я потом повыше вот так вот приделал. Ну, понятно, да, он второе отверстие. Вот так приделал. Вот, тогда он выровнялся. На веревке. Все, вроде бы все рассказал. Сейчас я вспомню, может, что-нибудь не рассказал. А, ну по три гайки. Гайки у меня, она той, ну вот представьте, она вот настолько короче была. Вот. Вот. Ну, палочки, знаете, да, продаются, набор такую палочку. Такая она примерно. Вот. Там у меня гайки, это на 12, нет, на 19, десятка это. А там восьмерки стояли, штук 6. Не, все равно, я 8 вешал. Они низко, надо ниже, намного. Ну, короче, чем дичь, наверное, мне так кажется, тем лучше. Вот. И не падал он, все, что только не делал. Я и гаек вешал, и выравнивал тоже так же, подвигал, выравнивал. Не, нифига падает. А здесь нормально, только вот из-за того, что это намного длиннее, да, получилось у меня. Вот, до сюда вот длиннее, когда делаю. Вот, он перекашивает. А так я вам просверлил несколько отверстий. Ну, зубочистки где-то потерялись, я их не приклеил. Сейчас мне не показать его нигде. Хоть на улицу иди. У меня там трос есть на улице, но на тросу он не катается. Сейчас тут буду убирать всю веревку натягивать и буду показывать, как он катается. Ну вот фигурка там. Фигурку-то видно, нет. Вот. Простая фигурка. Руки только просто приклеил. А, здесь под 45 градусов сверлил. Сделал такую, этот самый какой, брусочек сделал под 45. Поставил сверло вот так. Под 45 просверлил здесь. Вот. И надо смотреть еще. Надо смотреть, чтобы не попасть. Вот сейчас. Да как, куда гайки-то падают? Вот, когда ноги крутятся. Вот как показать, да? На вот это. На куда опять? Когда ноги крутятся, чтобы за руку не задевало. Вот, смотрите, вон, видите? А, еще смотрите, что я сейчас скажу. Вдруг кто-нибудь будет за раз делать какого намертво. Надо, чтобы откручивалось все. Я один раз сделал, у меня коленки назад были. Вот. Ее можно. Она смотрите, он крутит, да, ногой? Где? Видно, да? Ты где? Вот, смотрите, он крутит ногой. Вот. И у него нога не уходит. Потому что если выпрямится нога, он может в мертвой точке вставить. Она не доходит. Ну, видно, да? Так. Вот сейчас он по веревке будет бегать у меня. Вот еще. Вот эта часть короче, это чуть подлиннее. Четверка отверстия, тут тройка. Могу, конечно, еще прижать чуть-чуть. Болт вот этот вот, еще, чтобы он ногами не болтал. Еще, и ничего сложного. Зубочистки вставлены. Вот и все. Сейчас поем кататься. Он даже ногами ходит еще. Вон, смотрите. Он может и лежа ходить. Как удачно. Нет, одна нога неудачна, по-моему.
пяткой. Можно пятку убрать. А этой ногой он хорошо, да. Надо пятку подточить, он будет лежа ходить. Кататься будет лежа. Смотрите, он лежа, видите. Вон, смотрите. У него нога. Нет, это тоже обманул его. Вон, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Дежебока. Понравилась мне игрушка. Все, сейчас поеду это самое. Сейчас под веревку повешу. Пускай бегает. Загорелся я. Делать мне нечего. Да ну как это делать нечего? Что дети эти самые магазинные игрушки? Это хоть не магазины. Я, между прочим, про эту игрушку я не нашел вообще ничего. Я нашел один ролик. Я не знаю, кто там снимал, мечанин или кто, или американец, или кто. Вот. Ничего не понятно. Все в дюймах. Как он выбирал вот этот центр, да, тяжести, или как его, балансир делал. Не балансир, я не знаю, как это называется, я не физик, не химик, никто. Вот. Он же не говорил как ничего. И я вообще, я нашел, пошел информацию искать. И по-русски забивал в поисковик, и по-английски, по кому только не забивал, ничего не нашел я. Думаю, сделаю длиннейший и все. Вот. Был бы физик, я бы сообразил, что надо длиннейше делать. Все, сейчас буду эту самую какую веревку дотягивать. Ну, хоть метр покажу, как он катается. Много-то не покажу. Кто тут у меня тут? Как? У меня камеру далеко не поставить, чтобы показать. Но. Давай еще раз. Опускай ниже. Ну, не цепляется же, на. Все, не показать. Места нету. Ну, покажу примерно. Давай, поехали. О, побежал. Места мало. Поехал куда-то там. Уехал в дом. Сейчас еще раз пустим. Потолок упирается головой. Поехал. Куда он катается? Не, ну вот веревку когда сделаю длинную. Сейчас я еще покажу вам. Так, бьет, я не показал. Сейчас я бросаю веревку. Так, я не показал. Знаете, что он показал? Вот эта проволока. Это 3 мм. Значит, тут отверстие было на 3 просверлено. Вот здесь отверстие на 3. Это значит, я это не показал. Что? Вот здесь приклеены руки. Как хотите, видите, ямки сделаны. Так, вот это, по-моему, про проволоку. Вот болты. Вот шурупы. То есть вот шуруп. И вот шуруп. Здесь просто проволочина. А выгнута она, смотрите, как выгнута. Видно, да? Как выгнута. Можно было, конечно, поближе согнуть. Но у меня вот эта проволока поближе можно было согнуть. Но она проволока жесткая. Не получилось у меня. Вот и все. И вот здесь пониже пропил. Вот колесико какое. Вот все, 2 болта, здесь 3, ну как, не 3, насколько будет проволока, настолько отверстие. Вроде все рассказал, вроде еще не забыл. Вот, 3, по 3 гаечки стоит. Так, ключ на 17, значит это 12. 12, ключ на 17, десятка. Это на 19, 12. А, какой десятка? Десятка кругляк. Дай-ка мне китайскую проволочку. Где китайские эти палочки? Вот и дело. Вот такие у меня стояли, смотрите. Вот такая стояла. Вот. Вот она вверх короткая, смотрите, какая она короткая. Вот. И тонкая, и все, и она выгибалась. Я поменял десятку пруток. Вот и все. Вот так вот поехал. Ну, ездить, главное ездить, главное не падать.